Всем привет! Сегодня мы будем делать хашаны. Замешиваем тесто. 1 чайная ложка соли, 20 грамм сырых дрожжей и 1 стакан теплой воды. Все хорошо перемешиваем. Дрожжи размешались. Добавляем муку, примерно 0,5 килограмма, и начинаем вымешивать тесто. Тесто у нас должно быть не сильно тугим, но и не сильно мягким. Такое у нас получается тесто. Накрываем его целлофанчиком, оставляем буквально на полчаса и делаем начинку, фарш и лук. Фарш готов. И посмотрите, тесто у нас поднялось. Получилось такое воздушное. Теперь мы будем его раскатывать и делать лепешечки. Я его не перемешиваю, такое, как оно есть. Сразу раскатываем его. Очень мягкое. И начинаем примерно, какие у вас манты вы делаете, примерно вот такая вот 1 сантиметр. После чего мы их с двух сторон обмакиваем в муке. Раскатываем им не сильно тонкие и не сильно толстые, так как у нас тесто дрожжевое. Вот такие вот у нас получатся. Теперь на каждый кружочек ложим прям по 1 столовой ложке. Фарша. И буквально по маленькому кусочку сливочное масло. Также в каждый кружочек. Теперь начинаем закручивать. Все легко и просто. Защипливаем наш край, превращаем в круглую форму. Вот такая вот получится хашана. Вот такая красота получилась. Теперь мы все это не сильно близко прям обмакиваем очень хорошо в растительное масло и выкладываем на мантоварку. Сильно близко мы не ложим их. Вот так вот. Закрываем крышечкой и варим все 35 минут. Вот такие они у меня красивые.
Вот такие у меня получились хашаны. Хашаны на пару. Все, дорогие мои, с вами была я, Иринка. Всем приятного аппетита. Ставьте класс, оставляйте комментарии.